ДПС залупа Стамины какая-то. нету. Чё с ДПСом, блядь? Констебль, чё так мало? Пиздец, блядь. Притон, ты тут? Да, нахуй, заебись, хули, давай тебя фкшить, нахуй. Хули, мы же, блядь, нахуй нам надо, блядь, сейчас за 20 минут убить, да пойти дальше, блядь. Давайте, блядь, хули, вайп произошел, давайте отходить теперь, нахуй. Где предупреждение, что вы отходите, блядь? Пиздец, нахуй, я хуею, блядь. Да верни стрим. Что вот там же что не же происходит? Стримит. Я вернул, я же сказал, я на минутку офф, но я оффнул и включил опять. Понял. Да, ставьте. Пока не тпшься, он еще не вылетел. Хули ты там синтек материшься, нахуй? Ай-яй-яй, блядь. Сейчас мод прилетит синтек, ты смотри. Ай-яй-яй, че кикнули? Ну афика ты, блядь, ну мы так-то упали, и ну нам травить надо, ты ушел. Есть слот или все уже? Это шутка, там написано, не удалено. Не было удалено. Блядь, пиздец, нахуй. Портуйся, рарник, нахуй. Отсюда? Ну да, блядь, хули. Пшел вон, да. Вы уже так, господи. Все увидели, ну... давай, до свидания. Да, давай. Бичи, блядь. Я за стороны посмотрю. Я хуеваю, блядь. Если мы падаем, это не значит, что надо отойти, нахуй. Ну, почему вы отходите? Хоть ну, пишите хотя бы, я хуй знает. Вы такие интересные, нахуй. Вы что думаете, блядь? Тут, блядь, вы ни в одного игру играете, ни одна... Как она называется? Ни... Как игры называются, блядь? Не, однопольсово. ММО, блядь. Хуемо, блядь. А одиночные? Одиночные, да. Вы не одинокие тут, нахуй. Тут, блядь, смотрите, сколько людей, блядь. Мы все же люди, нахуй. У нас же тоже, блядь, дела всякие есть. Хотя бы пишите в чат, нахуй. Отошел, блядь. Выпала линза, нахуй, блядь. Очки отлетели. Кошка обосралась. Там что-нибудь пишите, нахуй. Мужики, да, дайте свой лучший трай. Вот 17 минут, ебать, сделайте лучший трай, а потом можете дальше ебать. Да первый трай самый нормальный был, кроме в конце даунов. Это пиздец, нахуй. Все, я надеюсь, эта хуйня вся на ус мотается, кто там косячит, блядь. Кто вот эту всю хуйню, блядь, вайпанул, нахуй. Надеюсь, блядь, такого никогда больше не будет, блядь. Может, надеюсь. Лучший трай, ребят, пацаны, выдаем. Не подводим старичка Войда. Уже просто в ЗС хочу пойти. Я вообще-то в око хочу. Ходить не вредно. Там, да, блядь, какое око, хоть блядь? Куда, лишь бы не сюда. ЗС, нахуй. Тихо, нахуй. В ЗС 3 не падает. Хорошо, сэр. То есть, шеф. Ты должен был сказать «да, папочка». Тише, все, так ответьте за ночь. Тогда пиздится, мамочка. Блядь, я... Да, да, да. Сука, я забыл что жать. Все жми. Смотри, фласки кончились. Ну, просто кончились фласки. Так возьми там, блядь, по 4 давали. Нет, вы выпейте просто все. А, отдайте фласки, хули. А то, блядь, не убьем. Очень вовремя. Секунда, пробегаем. Секунда, ловушка, чума. Убегаем.
МВП хант. Ключу верните. Секунда, ловушка. Секунда, ловушка, чума. Побегаем. Секунда, ловушка. Побегаем. Перед столбом сейчас, за столб не заходи. Ловушка, 2 секунды. Готовимся. Пробегаем. Ключу сейчас встаем. Секунда, ловушка. Пробегаем. Это, блядь, глыбы из земли, какое-то говно, блядь, анимация, блядь. Ебать, как это все убрать, нахуй? Секунда, ловушка. Убегаем. Не с тобой. Вырубай. Чё с чумой, нахуй? Выносите. Вырубай, констебл. Секунда, ловушка. Убегаем. Шаркари, смотри. Перед столбом. И 1% переходка сейчас будет, шаркаря, главное забери. Чума, главное, чтобы была там. На край готовься, Лаша, идти. Все, на край идем. Раньше перевели, да? Угу. Ну, играть можешь получше станет. Это... Нету, на полу нету. Оранжу, с собой наберите. Ох, ну на полу. Стойте, наверное, на джеб, блядь. Лаша, где стол? Где стол? Бичи, колодец тыкайте, вон колодец стоит, светленький такой. КПС, пацаны, подрастим. Перед лицо не вставайте, духа. Перед лицо духа. Сука, хан, ты тупой нахуй. Ёбаный в рот, блядь. Катрися, ресай, бича. Быстрее ханта ресай. Вставай, быстро. Быстро, быстро, быстро. Захилить. Каску лапу пристабав. Дамажит. Сука, дамаж. Нахуй ты под ебалом бегаешь. Сука. Я посмотрю потом, дашь мне сотку. Все три бьем быстро, там хил еще один. Внимание, бидон вальки нахуй. ТПС, блять, в опасности, ебаный покос. Скорнение 3 секунды, разбегаемся нахуй. Быстрее вышли, разбежались. Черепок где? Вот. Валик добиваем, все нормально. Давайте, значит, давай вот в сторону ромбика будем лететь. Это, будут, значит, и вальки, и оскорнение одновременно. Это самая опасная хуйня. Сначала смотрим, где черепок, отбегаем от него на миллион километров нахуй, и потом уже бьем валик. Ильича, валик, блядь, прием. Смотрим, блядь. Смотрим, кого хватает. Выходим с центра. Черепок, не вижу где. Вот черепок. Валик, быстро, бьем, бьем, бьем. Убежали оттуда. От оскорнения, быстрее, быстрее. Вот какая вперед к обрыву летит, то и бьем. Там холипал. Холипал. Хэлла, Хэлла похиль, призан похиль, быстро захилить рейд. Все, теперь оскорнение сначала, потом вальки. Сначала с центра съебитесь, наоборот, за кругом стойте сейчас. Сначала черепок разливается, а потом возвращаемся в центр. Работаем, дамаг. Смотрим, где оскорнение там будет. Так, жнец. Было оскорнение? А, вот все, быстро к ключу вернулись, быстро-быстро на портал полетим. Ключу, ключу, ключу. Блять, служи вышли нахуй. Не топчитесь с ней. Быстро-быстро встали в лича. Фулл ДПС по валькам.
Так, схватила. ДС. ДС. ДС схватила, и там один лог, только две бьем, да? Лог же на краю. То я не вижу. А лог не на краю, нахуй. А почему ты не на краю, блять? Разбили, ладно. Скринение 2 секунды. Готовимся. Тут разольем. Портал, если что, переставите. Вот искренение. Все, пошли. И обратно в центр возвращаемся. Кличу поближе, чтобы вас мы захилить могли. Кличу, на портал полетим. Встаем. Четвертый, что ли? Третий, Ваньки. Забыл уже, блин. А, нахуярим. Сейчас будет третий вроде. Третий. Вот, хорошо. А, четвертый. Вот пятый самый опасный. Вальки хватают, осквернение 3 секунды. Надотали их. И это осквернение выносим. Осквернение сейчас будет. Черепок отошли. Валька, это отошли быстро от лужи и дамажим Вальку. Ну переднюю ромбик летит. Вот, и в другую теперь. Все, разбили, отлично. Все, никто не улетел. Все, дамажим. Еще волну Валик бьем. Это будет осквернение с Вальками одновременно. Если что, пятая волна. Пока что мирики бьем. Вот. И потом через 2 секунды выбегайте с центра. Все, 2 секунды. Мирики, выходите. Выходите, мирики. С центра вышли. Вот черепок отошли. И валик бьем. Вальки. Это ближе к центру, чтобы вальки быстро не унесли. Вот одна далеко. Две, так. Вот эти центральные бейте. Ну, ромбик нахуй. Кто в ромбике, сука? Короче, пошел он нахуй, потом резним. Пизду, бейте вот эти две. Вернулись, бейте две. 2% у лича. Быстро по этим двум. И лича. Вон ту бьем нахуй. Ну, вот, разбили. Все, к личу собираемся. И 1% и на край готовимся. Скринение 2 секунды, готовимся. То это Катрисе сдох. Потом бэрнем нахуй. А скринение, смотрите, разливаем. Отошли, кличу. И переводим. Быстрее, на край готовимся. Я не зыбку даю. А, ты дал тоже. Я понял, нахуй. Две незыбки, нахуй. Двойное спасение, блядь. Запрыгнули. Захиливаемся на фул. Быстрее, синтек, сука, не сдохни. Так. Значит. После комнаты. Резать будет Ровист Катрисию. Там осквернение будет. Ну, после комнаты и осквернение. Там разберемся. Сфера. Мидон, отдай тотем. Инорпа не люблю, и гламурчик. Давайте ману быстрее подрезывайте. Все в куда, чтобы нора были. Чтоб комнату нормально захиливали. Все, четвертый дух. На кого? Так, на мне есть. Ну, дай на Вилашу. Так, подъебало духа. Уйдите. Еще одна сфера. Вот. Еще сферу быстро разбейте. Все, комната. Значит, ровись после комнаты. Все, собираемся звездочку. Собираемся звездочку на портал. Налево пойдем. Так. Сейчас она хлопнет. Вот тут везде пока стоим. Сейчас хлопнет. Пробегаем. Далеко за угол. По стеночке идем. Ну это нас не заденет. По стеночке идем. Это тоже не заденет. Вот тут постоим. Сейчас хлопнет. Тут не достанет, по сути, пробегаем. Захильте мага. Все, скринение разбегаемся. Духа все бьем сначала. Ровист, ресы и кота. И давайте. Так. Сейчас 7 секунд до Геры. Не знаю, давать, не давать. На следующий. Давай, на следующий, да, давай. Короче, немножко подведу, потому что будет осквернение скоро, и чтобы мы возле той лужи не тусовались. Осквернение 3 секунды, готовьтесь, милики, выбегать. Только не прыгайте с обрыва, блядь. Катрисе и фулбаф дайте. Осквернение вышли. Черепок смотрим. От черепка на 500 километров. На ком? Вот, все нормально. Все, ждем этот... Так, хоть на ходу можешь не смешить, а?
Это, немножко проведу, и будет комната сейчас. Зато. Внимательно за звездочкой смотрим. Если что, массакра есть гламур? На портал да. Идем. Если что, смотри, если прям уверен точно, что бомба ударит по нам. Давайте направо пойдем. Вот направо звезду смотрим. Сейчас впереди бомба хлопнет. И выйдем из-за угла тогда. Сейчас она хлопнет. Все, теперь заходим. Убегаем сюда. Тут пока стоим, сейчас спереди хлопнет. И пройдем. Вот, везде. Дальше пошли. Идем спокойно. По стеночке вот тут идем. По стене идем. Вы не смотрите, что останавливаетесь. Будьте готовы всегда быстро начать бежать. Так, 2 секунды выход, все, ничего не боимся. По скрине разбегаемся. И идем около вас, не вижу где, пробегаем. Идем на залечом быстрее и прячемся за спину ему. Быстрее, быстрее, весь рейд, сука, без исключения. Геру. Геру даем и фулл ДПС. Не зыбку дал на духов. Вилашу, не проебите, не проебите, ебаный покос, две цели всего хили. Бидон, на Вилашу, когда духи летят, волны в нее кастуй просто. Никакую хуйню, только волны большие. Пошли, уходим, искренне 2 секунды и идем залечом одновременно. Уходим, уходим и залечом в сторону кружка, уходим. Ныкаемся тут. Все, за спиной спрятались. Дамажим. Смотри, потихоньку хлопай, по 2, по 3 пачки не хлопай. Комната. На портал идем. Прогрузились, на портал идем. Так, пойдем налево в этот раз. Идем за звездой. Не лагаем. Не тупим. Это осквернение на 500 километров выбегаем. Идем по стеночке. Так. Проходим в этот закуток. Так, спереди бомба. Внимание. Сейчас она хлопнет. Пробегаем. Дорога чистая. Дух летит в рейд. Заходим за угол. Бомба слева хлопает. 2 секунды до выхода. 1 секунда. Похуй, стоим. Так, оскорнение. Разбегаемся. Нихуя себе. Черепок. Так, от черепка бежим. А где духи? Я не вижу. Их нету, да? Все, фулл ДПС просто. Так, да. Жнец. Хочу на портал духов призвать. Хуярим. Так, осквернение скоро будет. Через 10 секунд. Еще вызов духов должен быть. Что он духов не зовет? Ладно, хуярим. Осквернение разбежали. Секунда осквернения. Так, все. Все, теперь бьем плеча. Сейчас будет вызов духов и 2% добиваем. Просто стоим на мужика, нахуй. Просто стоим, ебать, добиваем. 1%. Просто 0,2, 0,3. Даю не зыбку. Панцирь. Я такое в кино видел. Все хуево кончилось. Победа. Блядь. Смотрите, смотрите, внимание все на воида. Смотрите, видели, блядь? Я пережил только что. Все видели, нахуй. Вот так вот. Нет, ну, скорее всего, он прокнул, но я нажал, короче, кровь, незыбку, панцирь, ключ, клык. Нет, кстати, панцирь не нажал. И у войска мертвых нажал. Там минус 40%. Минус 3. Ебать, ты миллион урона пережил, охуеть. Вот у меня вопрос. Вот был первый трай, вот войд. Там, получается, разлилось на 11%. Это какого? Лужа, да, осквернение. Вот. Лужа. Я стоял, ну вот констебль. Стоял и просто лужа рядом со мной начала пиздец как расти. Я пытался. Ты не успеешь уже убежать, потому что если один человек, два или три тела попали в лужу, поэтому она стала очень быстро расти. Ты там не убежал, как бы не старался. Да. Там чем больше человек стоит, тем она быстрее растет. Но... Совершенно верно. Просто коня можно. Ну, а нельзя. Вот вопрос, вот чей это слаг был, потому что это... трое людей стоял. Слаг других людей, кто стоял, и все. Там двое человек. Вы просто смотрите, вот запомните. Радуйтесь, Шему, мы своим посохом.
Просто на всю жизнь запомните, вот все, вот кто на лича ходит, десятка, там, двадцатьпятка, обычка, необычка, осквернение – это хуйня такая, блядь. На ней надо бежать до тех пор, прям персонаж твой должен вот в движении находиться от лужи, от челика, который в одну сторону идет, ты в противоположную сторону должен нести. Если два челика друг от друга в разные стороны бегут, то между ними расстояние в два раза быстрее сокращается, чем если бы они бежали в одну сторону нахуй. Это самое главное, блядь. И вот вы от лужи бежите, да, и вы должны бежать до тех пор, двигаться, если персонаж должен. Хил вы, не хил, блядь, танк. Вы должны бежать до тех пор, пока вы не увидите, что вот возле лужи никого нету, что уже все отбежали. Тогда уже можно, блядь, играть. Можно, блядь. Бежишь, пока с обрыва не спрыгнул. Он имеет в виду, надо, ну, типа, бежать туда, где, типа, тебе меньше всего до земли. Ебать, поток чар, 30 команды на хил всей группы. Ну, а еще есть такая фишка, что бывает, вот выносит осквернение челик и от хилов убегает. Надо выносить осквернение так, что вот он кинулся на тебя, ты этот момент засек, и ты возвращаешься в рейд, а не от рейда бежишь, блядь. Вот это тоже распространенная ошибка. Я постоянно так, типа, на край выношу. Ну, типа, если я... И в рейд возвращаюсь. На спринтах обратно в рейд, да. А сам себя подхилишь, сейвы какие-то сдаёшь. Оно ещё вроде работает, что, типа, если ты, ну, в воздухе находишься... Слушай, а мне просто интересный вопрос. Вот я не сдох, либо это от ревностного? Сейчас получу деда маг. Эффективное исцеление. Это, возможно, баг какой-то. Нет. Скорее всего, от ревностного. Но смотри, ревностный... Надо на замедленной съемке будет посмотреть. Ревностный три раза написано прокнул. Вот, он три раза прокнул на мне за этот бой. То есть, ну это меньше... Это просто меньше 30% хп было. Ну-ка, полученный урон. Лям урона, чтобы ты понимал, ты пережил. Ну сейчас я посмотрю. Вот, жнец, неистов стальдяной... Нет, 37 тысяч всего по мне прошло. То есть он меня не шотнул, грубо говоря. Вот я вот смотрю... Вот, допустим, короче, ты читер. По мне она нанесла 1 000 000 урона. Джайна такая, нет. Да, ты читер. Я вот вижу, что каменное сердце на войде 50к на хилу. Ой, блядь, 50к. Бля, танковская. Лут говна, нахуй. Каменное 50к. А у кого у меня она есть? У меня. А, у нас двоих, ебать. Это типа кому нужна или как? 50к, ебать. Или ты кому-то больше, давай. Дерьмо, а не лут, еб твою мать. Ладно, спасибо. О, можно обычную печеньку? Это констеблю закинуть, мне голову надо взять. Все, пацаны, здесь... летим в ЗС. Я ебал око. Не слушайте войда, ебать. Мы идем в ЗС. Так, может быть, РСГР? Войд, когда я по очереди? РСГР, у нас хилы бичи, ебать. Мы не захилим. А, я забыл, что ты в рейде, блядь. Я хотел тебе предложить. Ну, блядь. Ладно, следующий КД забер. А то ты мне прошлое предлагал. Я просто помнил, что ты это на замене, и поэтому, ну, я думаю, блядь, холидринг. Да, я думал между вами двоими кинуть, чтобы ролл кинуть. Все, холидринг, короче, а где на что бич? Где бег? Пати, дайте пати. А то хочется птичку 310 оформить, не хочу. Сейчас ассистов дам всем. Дайте им пати. Метриос, надо кому-то? Я бы забрал. Надо, только не шаман. Бля, за 60 гп, что ли, я бы забрал на ДЦ. А я бы забрал на трансмут. Так она нахуй никому не нужна, блядь. Ну, так забери, блядь. Не, ну у меня просто этой хуйни нету, которая, да, тыкается. Смотри, офспек у Авелани. Да. Офспек у Гламурчина. Давай мне за 60 гп убирай у него. А можно мне? Ну, как передаст, скажешь. Это тихо. Вот это надо... Кинти ролл между двоих. Скажешь, как передашь? Это самое. Не по ГП же, но. Этот, блядь, как он называется? Ну, он приорку забирает. На транс, блядь. А, 10%. Кому надо этот? Метриос. Авилани или Гламуру? Мне не на транс, дай, блядь, посмотри мой посох. Ёбаный, брат, посмотри. Я бы забрал. Потанчил. Войд, а чё сейчас куда пойти собирается? ЗС-ку новую. Бичи летят. ЗС проходка это. Спасибо. 4 босса первых. Все, да. Я мимо кассы. Кто мимо кассы? Портал Стрибо. Поставьте в это. Почему? О. Ну, у меня нет 4 боссов. У меня тогда брали только на Гнилова и на Синдру. В око летим. Какое око? Мы там, блядь, точно не убьем. Да сука, я говорю. Я говорю в око, блядь. Подожди, а проходка ЦЛКХМ нужна, да? О, Войт, а что ты мне отдал? У меня же приора не было. Так там никто и не ролил. Короче, блядь. В ЗС, что, серьезно, проходка, что? Первые 4 босса. Ой, ебать, я на месяц, короче, в жопе теперь.
Это лича убить. Блять, это. Я, конечно, все понимаю, блять. Вока летим. Хуя на вока, мы не убьем, блять. Слышишь, Слава, я хочу попробовать. Пошли, смотри.